Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала «Жизнь после 45». Значит, этим видео я хочу начать цикл роликов о том, как, собственно говоря, разменяв 4, 5, 6 и так далее, 7, 8, 9, 10, оставаться мужчиной уверенным в себе, сильным, энергичным, жизнерадостным, целеустремленным. Потому как все, что я перечислил, чаще всего в нашей стране у мужчин, перешагнувших какую-то очередную возрастную черту, отсутствует. Увы, к сожалению, это наследие из Советского Союза, и Россия, которая стала преемницей этого Советского Союза, стала преемницей вот в этом подходе к более зрелому возрасту. За рубежом все это не так. За рубежом, я больше того скажу, что многие вещи, которые у нас воспринимаются как норма, то есть показатели там, уровней гормонов и тому подобное, за границей уже давно является отклонением от нормы, является диагностируемыми заболеваниями и подлежащими лечениям. Но о чем мы можем с вами говорить? То есть, в отличие, но если сейчас вот прийти к какому-то нашему эндокринологу и сказать, что вот мне нужна какая-то там антиэйджинговая терапия, ну, вас, вероятнее всего, даже не поймет. Единицы поймут. А это то, вот эти антиэйджинговые противовозрастные клиники, которых за рубежом огромное количество. Реально, действительно огромное количество. Вот эта вся индустрия, вот это все, что на Западе, оно заточено на то, чтобы человек не просто прожил долго, а чтобы он прожил счастливо. Поверьте мне, я сейчас не являюсь каким-то сторонником того, что все на Западе хорошо, а у нас все плохо. Да нет, конечно, нет. Но если есть что-то положительное на Западе, грех нам это не перенять. Ведь у нас, как получается, действительно с какого-то возраста, у кого-то с 40, у кого-то с 50, у кого-то с 60, вот срабатывает вот как щелчок программы. Все, мне уже после этого человек начинает говорить, для меня это уже поздно, там, я для этого слишком стар. И начинается вот то, что говорит дожитие. Слушайте, ну, противное слово, отвратительнейшее, но по-другому его не назовешь. Да не дожитие, жить надо. И жить можно и нужно по полной программе. Больше того, от того, насколько вы активны во зрелом возрасте, напрямую зависит, сколько вы проживете. Вот в чем вопрос. И когда мы говорим о том, что за рубежом возраст, средний возраст продолжительности жизни высокий, он высокий не только благодаря тому, что там хорошая медицина. Конечно, это да, это однозначно. Но также с этим вопросом столкнулись все западные специалисты, в компетенции которых был вот этот вопрос увеличения продолжительности жизни. И они поняли, что одних таблеток одной хорошей медицины недостаточно. Необходимо что-то давать людям, чтобы они хотели жить. Глупо. Но я не говорю сейчас из области какой-то метафизики. Вот посмотрите на ученых, на деятелей культуры. Посмотрите, они горят до последнего, так сколько они живут. Они живут, им всегда мало. Не написал книгу, не снялся в фильме, не сыграл роль, не решил какую-то теорему. Блин, да там как ни посмотришь, долгожители на долгожители, в принципе, по-хорошему. Хотя люди, кстати, чаще всего ведут не самый здоровый образ жизни. Тем не менее. Повторюсь, наш подход к активному долголетию совершенно отличается от того, который существует на Западе. Ну, сравните среднестатистического мужчину в нашей стране в 60 лет, в 50 лет, в 70 лет и с аналогичными мужчинами в той же возрастной категории за границей. Это будут совершенно разные люди. И они будут не только одеты по-разному и там по-разному выглядеть. Там, один там загорелый с красивой стрижкой, другой там, не знаю, с нечестной головой. Нет. Прежде всего, это будет совершенно разный интерес к жизни. И именно вот об этом, в дальнейшем пойдет речь. Ну, давайте начнем с того, что отличает, собственно говоря, мужчину 40+, 40+, 50+, ну, вообще 40+, давайте вот как отправную точку возьмем этот возраст. И от, допустим, молодого человека 20+. Но прежде всего их отличает уровень гормонов. Потому что, если мы посмотрим, какой уровень гормонов в 20 лет, и возьмем это за 100%, то к 40 годам чаще всего это уровень гормонов от того, который был, будет составлять 80, в лучшем случае 60, наверное, а то и меньше. Понимаете? Тестостерон падает, в том числе свободный. Эстрадиол и пролактин растет. И это становится проблемой номер 2. То бишь, соответственно, человек становится более полным. Мышечная масса исчезает, она заменяется жировой. Все это ведет, в свою очередь, к проблемам сердечно-сосудистой системы, образуются бляшки, инфаркты, инсульты, повышается давление. На горизонте маячит, а у кого-то уже случился сахарный диабет, поэтому
Ну, все плохо на самом деле. Все плохо, и все плохо именно потому, что наши люди не понимают, а как, собственно говоря, ну я буду говорить не про людей, а про мужчин конкретно, потому что это канал про мужчин. Наши мужчины не понимают, а что надо делать. Ну, то есть, как надо жить. Вот, ну, в 20 лет, понятно, организм был молодой, и он позволял делать с собой все, что угодно. Там, бухать сутками, не спать, там мотаться куда-то, курить. Время это прошло. Друзья, давайте поймем так, что это время прошло, оно было прикольное, да, все было здорово, но сейчас мы уже должны думать головой. И с чего, собственно говоря, необходимо начать? А начать надо прежде всего с посещения врачей. У нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но вот считайте, что вы озадачились тем, как вы будете жить дальше, и считаете, что это и был тот самый гром, и вы, соответственно, приходите на диспансеризацию. Если вы знаете, какие у вас уже на текущий момент есть хронические заболевания, необходимо обязательно в том числе посетить специалистов вот этих вот профильных. По результату анализов и обследований вам будут даны рекомендации. Основываясь на эти рекомендации, вы будете понимать, что для вас можно, что для вас нельзя, что для вас критично, что не критично. Единственное, что напомню и повторю, что я говорил в своих предыдущих видео по поводу инфаркта, что врач должен быть нормальный. То есть врач должен... Если вы вошли в кабинет, а там врач вам говорит, какой спортом заниматься? Вы что, да вам уже там не по вашему возрасту, пусть молодые занимаются. Разворачивайтесь, уходите. Вам нужен врач, который озадачен не только тем, как долго вы проживете, но и тем, как качественно вы это сделаете. Насколько будет ваша жизнь яркая и активная. Поэтому смотрите, вы нашли хорошего врача, получили хорошие рекомендации. И дальше, согласно рекомендациям, перестраивайте свою жизнь. То бишь, что вы должны перестроить однозначно. Я не говорю про тех, у кого и так все уже хорошо. Я говорю про тех, у кого, в общем-то, не все там замечательно. И кто как, кому это видео интересно. Так вот, вероятнее всего, у вас уже та или иная степень ожирения. Или наличие прослойки жировой ткани. Значит, первое – это похудение. Приводите питание в порядок. Слушайте, мы с вами не помойка, чтобы все подряд пихать. Поэтому давайте действительно питаться нормально. Второе, что необходимо сделать, это заняться спортом. Даже если вы со спортом не дружили никогда в жизни. То есть это необходимо сделать. Поймите, многие говорят, что 40+, это возраст, когда необходимы только аэробные нагрузки. Кто-то говорит, что после 40-50 лет необходима работа с отягощениями, с железом. Потому что именно тогда организм начинает дополнительно вырабатывать тестостерон. И те, и другие правы. Поэтому я бы на самом деле рекомендовал чередовать физические активности из тренировок аэробных и силовых. Ну, например, понедельник, среда, пятница у вас тренировки в зале, а вторник, четверг, субботу у вас аэробные нагрузки. То есть, понимаете, ведь под аэробными нагрузками никто не подразумевает умирание на беговой дорожке в течение там 2,5 часов. Да нет, достаточно просто час покататься на велосипеде, достаточно час походить с разным, скажем так, скоростью интенсивности по улице, просто час один. Если есть возможность поплавать, там у вас бассейн, речка, там озеро, ради бога, поплавайте. То есть на самокате покататься. То есть активность аэробная, она не должна быть такая, что после этого вы там домой на зубах приползаете. Нет, ни в коем случае. Поэтому чередуйте активность, это понятно. Следующее, что вам необходимо, это, конечно же, хорошая консультация с эндокринологом. Если уровень эстрадиола и пролактина у вас высокий, а тестостерон очень низкий, ну для вашего возраста, необходимо пройти терапию по повышению уровня тестостерона. То есть то, что за рубежом является нормой, ну, в нашей стране я согласен, что многих эндокринологов там приведет в какое-то замешательство, они про это даже не слышали. Найдите такого эндокринолога, который слышал. То есть я не говорю о приеме в виде таблеток или инъекции тестостерона извне. Нет, ни в коем случае. Это таблетки, которые продаются в любой аптеке. Я не удивлюсь, если они продаются даже без рецепта. Просто это подбор определенных таблеточек, вы их пьете 3-4 недели, после чего уровень тестостерона у вас повышается там, достаточно надолго. Намного и надолго. Также врач вам дает рекомендацию по тому, как часто проходить эту терапию. То есть на ней постоянно сидеть, наверное, смысла-то нет никакого. И это действительно необходимо. То есть вот поверьте мне, потому что уровень тестостерона это не только гормон, отвечающий за... сексуальное влечение? Да нет, конечно. Прежде всего, это гормон, который отвечает за наш обмен веществ. То есть то, как мы быстро восстанавливаемся. Высокий уровень тестостерона говорит о том, что мы меньше устаем. Высокий уровень тестостерона говорит о том, что мы более энергичны, более жизнерадостны.
Знаете, вот такой момент, когда человека прет, вот он на волне какой-то находится, и он кажется, что ему все по плечу, что он владеет ситуацией. Вот это говорит о том, что у этого человека, как правило, высокий уровень тестостерона. И наоборот, когда у вас упадок, вам ничего не хочется, лень и тому подобное, первый сигнал о том, что с тестостероном проблема. Поэтому, что еще могу сказать, значит, по поводу питания. Слушайте, у меня было отдельное видео, поэтому по диете, которая необходима, скажем так, вам в вашей новой жизни, я не буду говорить ничего нового, оставлю внизу ссылочку, посмотрите, почитайте. Там я достаточно подробно расписал. Да, там диета предназначенная для тех, кто перенес инфаркт, но поверьте мне, правильные азы правильного питания, они всегда будут в любом случае одинаковые. Дальше поговорим о вредных привычках. Слушайте, друзья мои, ну даже само по себе слово «вредные привычки» говорит о том, что никакого пользы, никакого там смысла и какой-то там нагрузки смысловой не несут. Вот давайте задумаемся на секундочку. Пачка сигарет в среднем стоит где-то 70 рублей. А если человек выкуривает по пачке в день, то это, ну, 200, да? Если мы берем, ну, за расчета, что человек еще иногда поддает, и пускай он даже выпивает, мы не будем сюда считать пиво, ничего такое, посчитаем две бутылки крепкого напитка в месяц по 500 рублей. Ну, согласитесь, что вполне демократично, там коньяки, виски стоят намного дороже. Беру по минимуму. Итого вместе с сигаретами получаем 3200. Что такое 3200? Ну, вот просто для примера, последний мой заказ на iHerb'е, комплексный витаминно-минеральный комплекс для мужчин, Q10 и омега-3, при этом не на один месяц это было, там на 2-3 месяца, соответственно, количество таблеток было в каждом баде. Так вот, это мне обошлось 1973 рубля. То есть 3200 и 1970. Я вам скажу так, я тут ради прикола считал, так вот, если человек откажется от вредных привычек, он не просто сможет себе позволить на сэкономленные деньги купить абонемент в какой-то там фитнес-зал. Нет, он сможет купить абонемент в элитный фитнес-зал с бассейнами, с хамамами, с полотенцами, там, с халатами, со всем, чем только можно, понимаете? То есть это на самом деле так. Перестаньте вкладывать деньги в то, что вас гробит. Какой в этом смысл? То есть думайтесь, вы тратите деньги, которые заработали, на то, чтобы себя убить. Логика где? Я ее не вижу. Вот я реально ее не вижу. Поэтому, слушайте, вредные привычки – это то, что, ну, должно просто исчезнуть из вашей жизни. Раз навсегда. То есть там не должно быть каких-то полумер. Там я буду курить меньше, я перейду на легкие сигареты, я буду курить вот эти какие-то, я даже не знаю, как они называются, вейпы, не вейпы. Нет, все это чушь собачья, бросайте. Кто-то скажет, слушайте, ну а как вообще не пить? Я не призываю вас вообще не пить. Я призываю вас не колдырить там просто постоянно и для того, чтобы занять руки, не покупать пиво, чтобы нам вот в руке бутылка пива была. Да, есть праздники, да, есть выезды на дачу под шашлык. То есть можно выпить по поводу, помните, как это, мы поднимаем тост не без повода, а по поводу, как фильм «Москва слезам не верит». И опять-таки выпить-то можно по-разному. Но можно выпить 1-2 бокала, можно выпить там 1-2 рюмки, а можно бутылку выжрать. Вот я предлагаю, как бы здоровый образ жизни не предусматривает превышение допустимых норм алкоголя. Ну, погуглите в интернете. В принципе, для нашего там мужика это, ну, 2 рюмки или же 2 бокала вина. Там понятно, что бокалы бывают разные, рюмки разные, но тем не менее. Ну, приблизительно придерживайтесь такого. То есть вы пьете для чего? Для того, чтобы настроение поднять или для того, чтобы нажираться? Если настроение поднять, этого того, что я указал, объема спиртного будет достаточно. Если нажираться, ну, слушайте, активная жизнь в пожилом возрасте, в зрелом возрасте, и вот такой подход, такой взгляд на вещи, это как бы вещь несовместимая. И теперь, наверное, самым главным это настрой. То есть звучит немножечко как-то, ну уж настрой-то действительно, что настроиться можно. Да нифига, это самое тяжелое на самом деле. Все в нашей стране, как я уже сказал ранее, направлено на то, чтобы человек, спустя перешагнув какой-то возрастной барьер, доживал. Ну реально все. То есть у нас не созданы ни медицинские предпосылки, ни социальные, ничего. То есть относительно недавно в крупных городах появились какие-то программы по активному долголетию, где люди объединяются по интересам, изучают какие-то новые моменты, вещи. Чаще всего ведь все по-другому. Чаще всего люди доживают там жизнь чуть не в замкнутой в своих квартирах малогабаритных.
Поэтому, слушайте, вот это надо менять. Вот это надо менять. И поменять это можно только одним способом. Вот перестать жить тем привычным для себя стереотипом, потому что у некоторых, знаете, там дом, дача, рыбалка там. Ну, слушайте, ну это хорошо, что у вас есть хобби рыбалка. Это действительно замечательно. Но попробуйте открыть для себя что-то новое. Не знаю, купите велосипед, начните кататься на самокате. То есть вспомните еще несколько, пару десятков лет назад, ну, там, человек 30-40 лет, 50 лет на самокате, да все пальцем бы у виска покрутили бы. Сейчас это никого не удивляет. Запишитесь в сальсу, господи, начните ходить, заниматься там танго или еще чем-то. Вы увидите, как жизнь заиграет. У вас появится новый круг общения, у вас появятся новые интересы, у вас появятся какие-то цели, к чему вы стремитесь. Там, пошли вы на йогу, ага, вот я сейчас могу там в такую позу сесть, да, к примеру, но мне нужно там еще там столько-то, столько-то, и там через полгода я в такую позу асан смогу встать там или сесть, я не знаю, как правильно это называется терминология. Понимаете, у вас должны появиться цели. Вы должны начать гореть, не тлеть, а гореть. Да, понятно, что, как я уже говорил ранее, без тестостерона это сделать, ну, проблематично, но мы как бы рассматриваем все в комплексе и предположим, что вы подошли к этому моменту, уже подняв свой уровень тестостерона, и те угли, про которые я говорил, должны быть в вашей топке, они у вас есть. Поэтому начните менять свою жизнь сами, понимаете? Начните менять ее с мелочей. То есть начните ходить в гости, начните открывать для себя какие-то хобби. Если займитесь бильярдом. Слушайте, сейчас столько возможностей для этого есть, что вы не представляете. И причем стоит это не так дорого, не так много. Если вы живете не в большом и маленьком городе, ну поверьте мне, слушайте, даже там есть возможности для того, чтобы начать что-то делать. Есть люди, которые начинают заниматься кузнечным искусством, кто-то резьбой по дереву. Благодаря интернету еще и свои поделки начинает продавать. Я честно говорю, я знаю таких людей, которые там делают топоры, холодное оружие или еще что-то в этом роде. Поэтому самое главное – это заставить себя двигаться. Заставить себя двигаться и найти смысл в вашей новой жизни. Я понимаю прекрасно, что такое 40+. Дети выросли, как правило. Какая-то стабильность уже финансовая есть там. Какие-то кредиты, какие-то ипотеки уже закрыты или вот-вот закроются. И вот вы остаетесь вдвоем там, либо один, либо если у вас есть семья, там жена, вы остаетесь вдвоем с женой. И вроде бы чего делать? Да все что угодно, поймите, это самый главный момент. Да, я говорю, запишите с ней вдвоем на танцы. Да это же для вас приключение, для обоих будет. Ну, просто поймите, как только вы говорите, даете сами себе установку, что мне это уже поздно, вот с этого момента вы реально начинаете стареть. И с этого момента запускается программа на ваше самоуничтожение. Помните, что я говорил про ученых, деятелей культуры, тех, которые до последнего момента, до последнего вздоха живут работой, живут чем-то. Ну, так они живут с 90 с плюсом. Подведем итоги. Итак, что является залогом активного долголетия? То есть, ну, прежде всего, это контроль вашего здоровья. Потому что не секрет, что к врачам надо ходить не только, когда заболело что-то, а и планово, чтобы находить какие-то проблемы, а еще лучше опережать появление этих проблем. Поэтому контроль здоровья, в принципе, в интернете найдете огромное количество таблиц, где четко расписано, каких врачей надо посещать, с какой периодичностью, с какого возраста. Второе, что необходимо, это спорт. То есть спорт, вот он просто должен быть и все. Вот точка, без вариантов. Третье, это вопрос приведения своего питания в порядок. Отсюда может, собственно говоря, появиться, не может, отсюда будет производным и снижение вашего веса, если он у вас избыточный. Ну и самое главное, то, что я в этом видео посвятил этому большой блок, это ваш настрой. Это ваш настрой, который складывается из увлечений, из хобби, из круга общения, из ваших интересов, из целей, из того, скажем так. Да, не бойтесь ставить себе здесь амбициозные задачи. Поверьте мне, вот оно того стоит. Оно того стоит. Я вот знал одного человека, который вышел на пенсию, решил собрать автомобиль. Причем, помню, если не ошибаюсь, Москвич 412. Почему Москвич 412? Я понятия не имею. Но он поставил себе цель собрать его из вот родных деталей. То есть, как вот это говорят, знаете, восстановить автомобиль. При этом, при всем, самое интересное, что он никогда ни автослесарем, ни механиком не был. У него там достался от дяди его, что ли, какой-то там в гараже там списанный Москвич прогнивший. Вот, может быть, это его только натолкнуло.
Так я помню только одно, что он там выходишь, а он утром куда-то уже бежит. Я говорю, ты куда бежишь? На какой-то развал там какой-то, на почту ему там какая-то фара пришла или еще чего-то. То есть найдите увлечение своей в жизни, найдите какой-то вот этот драйв, который вам позволит не сваливаться в какой-то вот тухляк, понимаете? Значит, соответственно, как я уже сказал ранее, этим видео я открываю плейлист по активному долголетию. В следующих видеороликах я расскажу уже отдельно о питании, отдельно о спорте дополнительно, отдельно о самомотивации, о тех вещах, которые будут вам необходимы. То есть, если здесь обзорно, там будет как-то уже предметно так. Поэтому я думаю, что в дальнейшем будет еще интереснее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, дизлайк. Всегда, в общем-то, конструктивную критику принимаю. Ставьте колокольчики, чтобы видеть обновления, которые выходят на моем канале. Значит, будьте здоровы, самое главное. Увидимся. Все, всем пока-пока.